Как получить деньги, если вы выиграли дело? Если вы являетесь истцом и дело решено в вашу пользу, вам необходимо предпринять дальнейшие юридические шаги, чтобы получить деньги. Суд назначит слушание о платеже примерно через 30 дней после вынесения постановления суда. Слушание о платеже проводится мировым судьей. На нем рассматривается, выплатил ли ответчик долг или его часть. Может ли он выплатить оставшуюся сумму? И каким образом будут производиться оставшиеся платежи? Выигравшего истца также называют кредитором по постановлению суда. Ответчика, который должен истцу деньги, называют должником по постановлению суда. Ответчик должен заполнить и принести в суд бланк, который называется Financial Statement of Judgment Debtor. С помощью данного заявления мировой судья ознакомится с финансовыми возможностями ответчика и составит график оплаты. Определенные источники дохода исключаются, то есть не могут считаться денежными ресурсами, из которых ответчик может выплачивать долг истцу. Например, исключаются выплаты по социальному страхованию, безработице и ряд льгот для ветеранов. В финансовом заявлении приведен полный список исключаемых источников дохода. Истец может задавать вопросы и представить доказательства о том, что ответчик в состоянии оплатить долг. Ответчик должен доказать, что он не в состоянии выполнить распоряжение суда о платеже. Надеемся, что эти видеоролики помогли ответить на основные вопросы о суде по мелким тяжбам. Дополнительную информацию и помощь можно получить на веб-сайте.